Продолжаются и масштабные ремонтные работы в Харпе. Капитальное обновление дорожного полотна в эти дни наблюдают жители центральной части поселка. Для безопасности всех участников дорожного движения на ремонтируемом участке уже совсем скоро появятся новые тротуары, освещение и особая радость для местных автовладельцев – долгожданная парковка. Подробности в сюжете Виктории Головко. Была такая проблема, и вот здесь проезжая часть была, и поэтому многие жалуются, что машины мешают на проезжей части все-таки. Зинаиду Иванову, как и жителей домов номер 12 по улице Дзержинского и Гагарина номер 7, долгое время беспокоил вопрос отсутствия парковочных мест. Число автовладельцев с каждым годом неуклонно растет, только вот дворы вместить весь транспорт не способны. Обращение к местным властям не осталось без внимания. В течение 2 месяцев в центре поселка активно трудятся представители дорожных служб. Данный участок дороги не подвергался капитальному ремонту уже продолжительный период времени. В том числе люди приобретают автомобили, и на сегодняшний день возникла большая необходимость в обустройстве стояночных мест. Данные работы позволят нам расширить проезжую часть. Более 50 парковочных мест, в том числе для инвалидов, появится здесь уже в скором времени. Протяженность ремонтируемого участка составляет 700 метров. В настоящее время здесь идет полная замена дорожного полотна. В рамках действующего контракта планируется устройство водоотводных лотков, тротуаров и освещения. Как автовладелец, я вам скажу, у нас идет полная реконструкция этих дорог. Я по пятибалльной системе скажу на 5. За ходом и качеством проводимых работ внимательно следят местные автомобилисты. В целом, к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, жители поселка относятся с пониманием. Ведь чтобы жить в комфортных условиях, необходимо всем объединить усилия. Виктория Головко, Владимир Николаев. Время местное. Поселок Харп.